Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную легенькую шапочку. Рассчитана у меня шапочка на мальчика, но по такому принципу, в зависимости от выбранного цвета, можно связать шапочку и девочки. То есть возьмите более женственные тона, то есть какие-нибудь сиреневые, либо розовенькие, либо оранжевенькие и так далее. То есть и уже исходя из цвета, у вас получится шапочка для девочки. Данные размеры шапочки в полуобхвате у меня 18 сантиметров, высоту 15,5, даже, пожалуй, 16 сантиметров, благодаря тому, что здесь макушка хорошо стянута. Вот. В принципе, подойдет такой размер шапочки для ребенка обхватом головы 47 сантиметров, плюс-минус сантиметр. Вот. И для начала я вам рекомендую связать небольшой образец, где вы сможете посмотреть, сколько у вас петель в одном сантиметре. Берите побольше образец, а затем делите данные сантиметры на количество петель в этих сантиметрах. Так вы получите в одном сантиметре сколько петель. У меня получилось порядка 2 петель 17 сотых, вот 2,17 при растянутом немножечко положении. Вот, кому интересно, присоединяйтесь и ставьте, конечно же, лайки. Мы начинаем вязать. Для вязания я буду использовать чистую акриловую пряжу фирмы Lanosa Minty. Здесь 315 метров в 100 граммах. Довольно-таки тоненькая пряжа. Спицы чулочные номер 3. Можете использовать прямые спицы номер 3, либо круговые. Для тех, кто будет вязать на прямых спицах, набираете плюс 2 петли кромочные по обеим сторонам. Для тех, кто будет вязать на чулочных спицах и круговых спицах, мы будем всего набирать на одну лишнюю петлю для того, чтобы замкнуть вязание в круг. Также вам понадобится крючок, ножнички и сантиметр. Итак, нам нужно набрать на 2 спицы 98 петель и плюс 1 петелька для того, чтобы замкнуть вязание в круг. Я набираю начальные 2 петельки на одну спицу для того, чтобы у меня не растянутая была последняя петля. И дальше продолжаю набирать 99 петелек в общей сложности, чтобы у нас получилось в итоге. Теперь распределяем количество общей наших петелек на 4 спицы. То есть приспускаем вот эту спицу, на которой набраны 2 петельки, и оставляем на ней визуальную четвертую часть. Я досконально рассчитывать не буду, так как здесь просто требуется круговое вязание, независимо от количества петелек. Вот перенесли четвертую часть. Далее берем в следующую спицу, переносим на нее третью часть. И вторую часть переносим на следующую спицу. И четвертая часть у нас остается на первой рабочей спице. Итак, мы распределили на 4 спицы наши петельки. И теперь смотрите, у меня в правой руке спица, на которой набрана последняя петля. А на левой спице, на которой набрана первая петля. Мы вот эту последнюю петельку спускаем с правой спицы на левую, к первой петле. А затем первую петельку одеваем на провязанную последнюю и спускаем с левой спицы совсем. То есть, смотрите, у нас получается последняя была приспущена к первой, и первая как бы сделана такой вот протяжкой, одетая на последнюю. Теперь подтягиваем краешек ниточки. Коротенький тянем на себя сторону, а рабочую ниточку тянем от себя. И получается, как бы затянули наше вязание. Наше вязание замкнуто в круг, так можно замкнуть и вязание, кто вяжет по кругу, то есть на круговых спицах. Теперь мы будем знать, что между первой и четвертой спицей вот он наш хвостик, то есть конец, начало ряда. Если вы посмотрите, у вас, обратите внимание, петельки не перекрученные. Вот в таком вот положении они и должны быть. Если у вас где-то перекрутилось, обязательно перезамкните круг, так, чтобы было ровненько все и красивенько. И теперь начинаем вязать первый ряд. Первый ряд у нас очень простой, как и вся шапочка. Первую петлю вяжем с первой спицы лицевой. Вторую петлю вяжем изнаночной. Третья лицевая, четвертая изнаночная. И вот так вот чередуем до конца первого ряда, провязывая то лицевая, то изнаночная петля на каждой из четырех спиц. Причем я буду так вязать спицы, чтобы у нас была первая петля в начале каждой спицы лицевая, а в конце изнаночная. Так мне будет удобно и вязать, и как бы смотреть, сколько и каких петелек я уже провязала.
То есть вот я сейчас довязываю первую спицу. У меня закончилась изнаночная. Все отлично, я продолжаю вязать дальше вторую спицу, начиная с лицевой петли. И еще удобно тем, что ну, если будете заканчивать изнаночной петлей каждую спицу, удобно это тем, что последняя вот эта петелечка изнаночная, она у вас будет провязываться аккуратненько. Если будет лицевая, то потом провязав несколько рядочков в высоту, вы увидите, что эта лицевая последняя, она как бы прирастянутая. Такое вот идет разделение между спицами. Вот чтобы этого не было разделения, я буду провязывать последнюю изнаночной. Теперь смотрите, я провязываю последнюю петлю со второй спицы, она у меня лицевая, поэтому я беру следующую петлю с третьей спицы и провязываю ее изнаночной. Все. Вторую спицу я провязала и так продолжаю вязать еще две спицы. Итак, довязали до конца ряда и второй ряд мы продолжаем вязать как первый. Первая у нас лицевая шла, поэтому так и вяжем ее лицевой. Изнаночная вторая, над ней вяжем изнаночной. То есть над петелькой вяжем петельку и вяжем как ложатся. То есть смотрите, над лицевой лицевая, над изнаночной изнаночная. То есть формируем резиночку 1 на 1. И теперь смотрите, вот у нас идет лицевая петля, я буду вязать за ближайшую стеночку к нам, вязать вот так вот лицевой. А изнаночную я буду вязать за дальнюю стеночку. И таким образом у нас будут петельки не перекручены и красиво ложатся. То есть мы вяжем фактически и изнаночную, и лицевую петлю за заднюю стеночку, но в данном случае у нас лицевая ложится задней стеночкой ближе к нам, поэтому мы вяжем за нее лицевую, а изнаночная у нас дальняя стеночка, вот она задняя, она в конце находится, то есть как бы получается повернутая от нас, поэтому мы вяжем за нее, и вот посмотрите, петельки получаются не перекрученные, а красивые. И вот так вот вяжем, формируем резиночку 1 на 1, вяжем до конца ряда лицевые над лицевыми, изнаночные над изнаночными. И вот так вот, как второй и первый ряд, мы будем вязать еще два ряда. То есть третий и четвертый вяжем по рисунку. Лицевые над лицевыми, изнаночные петельки над изнаночными. Провязали 4 ряда резиночкой 1 на 1. И вот он наш хвостик набора ниточек. То есть между первой и четвертой спицей. Теперь пятый ряд. Пятый ряд мы все петельки вяжем лицевые. Над лицевыми лицевые и над изнаночными лицевые. Причем, смотрите, лицевую я также буду продолжать вязать за заднюю стеночку, которая находится ближе к нам. А изнаночную буду вязать за заднюю стеночку, которая находится дальше от нас. То есть точно так же, чтобы была не перекрученная косичка лицевой петли. Вот так вот. Буду вязать все петельки и первую, вторую, третью, четвертую спицу, все петельки лицевые до конца этого ряда. Провязали пятый ряд лицевыми петельками, 6, 7 и 8 продолжаем вязать все петельки лицевые, причем они у нас ложатся все красивенько, ровненько, одинаково, так и продолжаем их вязать за ближайшие стеночки вот так вот. То есть это фактически дальняя стеночка, но она находится ближе к нам. Все петельки лицевые, то есть сейчас мы провязали с вами первый ряд и начали вязать второй ряд лицевыми петельками. Вам нужно еще самостоятельно довязать третий и четвертый ряд лицевыми петельками по кругу с первой по четвертую спицу. Итак, провязали 4 ряда лицевыми петельками. У нас получилось 4 ряда резиночки на 1 на 1 и 4 ряда лицевой глади. Теперь повторяем с первого ряда. Вяжем 4 ряда резиночки 1 на 1 чередой лицевые изнаночные петельки над лицевыми изнаночными петельками предыдущего ряда. И затем 4 ряда лицевой глади. То есть раппорт высоту 8 вот этих рядочков с 1 по 8 ряд. Сейчас 9 ряд по счету от начала. Мы продолжаем вязать резиночкой 1 на 1. Чередуя лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так далее. Вот таким вот образом мы будем повторять 4 ряда резиночки на 1 на 1 и 4 ряда лицевой глади до нужной нам высоты минус 1,5-2 см для того, чтобы закончить макушку. То есть смотрите, для тех, кто хочет классическую шапочку, то вам где-то общая высота ваша 15-16 см. То соответственно вам нужно вязать 14
где-то сантиметров в высоту рапорта вот этих. И затем будем заканчивать макушку. Для тех, кто хочет более удлиненный вариант, там уже 17-18 высота шапочки сантиметров. Поэтому вам нужно будет остановиться где-то на 15 провязанных сантиметрах от начала вязания вот этой вот первой нашей резиночки 1 на 1 до начала убавления макушки. То есть сейчас вяжем высоту шапочки, чередуя 4 ряда резинки 1 на 1, 4 ряда лицевой глади. Еще раз повторюсь, минус 2 сантиметра, где-то 1,5-2 сантиметра на убавление макушки шапочки. Я думаю, что здесь вы самостоятельно справитесь. Сейчас мы провязали первый ряд практически, 2 спицы первого ряда, чередуя лицевая и изнаночная, и дальше продолжаете вязать, чередуя лицевая и изнаночная до конца этого ряда, затем петли над петлями в следующем ряду. И так еще вот так вот 3 ряда провяжете резиночки 1 на 1, и затем перейдете на 4 ряда лицевой глади. Вяжем нужную высоту, а затем я вам покажу, как будем убавлять петли на макушке. Итак, от начала вязания до последнего ряда я провязала 5,5 рапорта в высоту. И связала всего, получается, 13 сантиметров. Если вы возьмете вот первый рапорт, мы с вами связали, я связала второй, третий, четвертый, пятый с половиной. То есть закончила на четвертом ряду резиночки 1 на 1. Почему я связала всего 13 сантиметров? Я решила оставить все-таки 3 сантиметра на убавление макушки, для того, чтобы она не была у нас слишком резко закончена. Вот. Поэтому я рекомендую все-таки оставьте 3. 2 сантиметра это маловато для убавления, а вот именно 3 самое оно. Итак, теперь общее количество петелек нам нужно поделить на равные части. Если же у вас общее количество делится на 5, то разделите на 5 равных частей. Если же на 6, то на 6. Можете на 7, на 8, как вам удобно. Так как у меня 98 петелек, это четкое количество делится на 7 частей. Я решила поделить на 6, так как 7 мне показалось, что опять же таки резкое убавление. Вот. У меня получилось на первой и последней части по 17 петелек, а на 4 остальных частях по 16 петелек. Если у вас есть возможность, разделите на отдельные спицы каждую часть. Если же нет такой возможности, то просто берете разделительную такую вот ниточку, либо маркер можете пластиковый, либо булавочки. В общем, делите на равные 6 частей, причем на 2 из них у меня по 17, на остальных, еще раз повторюсь, по 16 петелек. И начинаем вязать, получается, вторую часть 6 рапорта. У меня это начало лицевой глади, поэтому буду вязать лицевую гладь, то есть все петельки лицевые. Для того, чтобы сделать первое убавление, я поверну изнаночную вот эту петелечку вторую ближней стеночкой. Вот так вот заднюю стеночку ближе к нам поверну. И изнаночную лицевую петлю провяжу 2 вместе петелечки одной лицевой. И затем все остальные петельки до конца первой части провяжу также лицевыми петлями. То есть продолжаю вязание рапортом. Изнаночные вяжу лицевой, и лицевые вяжу также лицевой. Довязав первую часть, приступаю к вязанию второй. Вторую часть я также начинаю с убавления. Первую и вторую петлю со второй спицы вяжу одной вместе лицевой. Далее над изнаночной лицевую и над лицевой изнаночную. Вот так вот вяжу до конца второй части. Третью часть мы также начинаем с убавления. Две петли первые вяжем вместе и затем все петельки лицевые. То есть, как вы поняли, я просто на каждой части буду провязывать 2 первые петельки вместе одной лицевой, а затем все оставшиеся петельки вяжу лицевыми, то есть перехожу на лицевую гладь. Вот так я свяжу все 4 ряда, то есть до конца рапорта и до конца вязания лицевой глади 4 рядочков. Я буду делать убавление в начале каждой спицы, на которой у меня находится каждая из 6 частей. Провязали 2 первые вместе петли, а затем провязываем лицевой. Точно так же на каждой последующей части провяжем 2 вместе петли первой одной лицевой, а затем довязываем все петельки лицевые. Первый ряд, второй, третий и четвертый.
Провязав 4 ряда лицевой глади, мы убавили с каждой из частей по 4 петли. Теперь у нас по рисунку начало снова рапорта, поэтому мы сейчас будем вязать, чередовать лицевая и изнаночная петля, но при этом продолжим делать убавление в начале каждой из частей. Вот мы на первой части убавляем, провязывая 2 петли вместе одной лицевой. Далее у нас по рисунку резинки 1-1 идет лицевая петля. Смотрим на предыдущую, вот она у нас лицевая петля. Далее у нас идет изнаночная. Итак, чередуем лицевая над лицевой, изнаночная над изнаночной. Смотрим на предыдущий раппорт, ориентируемся. И провязываем до конца первой части лицевая, изнаночная. Далее снова в начале второй части вяжем 2 петли, первой вместе одной лицевой. И смотрим, у нас сейчас по рисунку резинки 1-1 должна быть изнаночная. Поэтому вяжем изнаночная, далее лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И до конца вяжем второй части, чередуя лицевая, изнаночная, как ложатся петли по рисунку резинки. В начале третьей части снова вяжем 2 петли вместе, первые одной лицевой. Затем у нас идет изнаночная петля по резинке, поэтому вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая до конца этой части. И так точно в начале каждой части мы будем провязывать, продолжать 2 петли первые вязать вместе одной лицевой, а затем как ложатся петли по резинке. То есть мы продолжаем вязать новый раппорт резиночкой 1-1 первый ряд. Затем мы будем вязать второй ряд резинки 1-1, третий и четвертый. То есть точно так же, как мы вязали, но только сейчас будем вязать, убавляя первые 2 петли, провязывать вместе лицевой, независимо от петелек, которые у нас в резинке 1-1. Петли резинки 1-1 мы вяжем только вот эти продолжения, как бы, а убавление вяжем первые 2 петли одной лицевой. И вот так вот довязываем последнюю часть резиночкой 1-1, так как должна у нас идти по рапорту петля. То есть лицевая над лицевой, изнаночная над изнаночной, ориентируясь на вот этот предыдущий рапорт. Теперь снова вот она наша первая часть второго ряда. Мы вяжем 2 петли вместе одной лицевой. Далее у нас идет изнаночная, поэтому вяжем изнаночная, лицевая над лицевой, изнаночная над изнаночной. И вот так вот чередуем лицевая, изнаночная снова по рисунку до конца первой части. Затем приступаем ко второй части, в которой также первые 2 петли вяжем вместе одной лицевой. Ну смотрите, первая у нас лицевая, вторая изнаночная. Я сейчас лицевую снимаю непровязанной, изнаночную, поворачивая вот эту заднюю стеночку, одеваю ее вперед и затем 2 вместе петли провяжу лицевой. Затем у нас идет лицевая по рисунку, я вяжу ее лицевой, изнаночную, изнаночной до конца второй части, лицевая над лицевой, изнаночная над изнаночной. Приступаем к третьей части. В третьей части также первые 2 петли я провяжу вместе одной лицевой. Но при этом я сейчас точно так же лицевую снимаю непровязанной и изнаночную поворачиваю заднюю стеночку, чтобы она у нас была впереди. И лишь после этого провязываю изнаночную лицевую одной лицевой. Затем у нас идет снова лицевая по рисунку, вяжем ее лицевой, изнаночную над изнаночной. И вот так вот довяжем до конца ряда на каждой части, убавив снова в начале 2 петли провязать одной лицевой. Если будет у нас вторая петля изнаночная, то я буду ее вот так вот переодевать, чтобы у нас была задняя стеночка спереди. Это для того, чтобы красиво ложилось у нас убавление. Далее у нас идет лицевая, вяжем лицевой, изнаночная, изнаночной. Убавив на каждой части в этом ряду, мы снова лишимся 6 петелек в конце этого ряда. Далее третий ряд резиночки 1-1 или 7 ряд убавления макушки. Снова у нас в начале первой части нужно убавить 2 петли, провязать вместе лицевой, поэтому изнаночную поворачиваем задней стеночкой вперед и провяжем 2 вместе лицевой. Теперь у нас по рисунку лицевая, так и вяжем лицевой, изнаночная, так и вяжем изнаночную. То есть как петли ложатся, так вяжем третий ряд раппорта узора резиночки 1-1.
Последняя лицевая, далее на следующую спицу переходим. У нас идет лицевая изнаночная, поэтому никаких поворотов я не буду делать, а просто провязываю 2 первые петли вместе одной лицевой. Следующая у нас изнаночная, я вяжу ее изнаночной, лицевая над лицевой. То есть в каждом из вот здесь вот частей, в каждом я буду провязывать 2 петли первые вместе, а затем как ложатся петельки. То есть точно так же продолжу я вязать 2 петли вместе одной лицевой. И теперь изнаночная над изнаночной, лицевая над лицевой. Я думаю, что здесь вы справитесь, поэтому провяжем до конца ряда. Здесь не нужно ничего поворачивать и изменять, а просто как есть провяжем 2 петли вместе и затем по рисунку. 2 петли вместе и затем по рисунку. И в принципе можете довязать и четвертый ряд резиночки 1 на 1, точно так же провязывая 2 первые петли вместе одной лицевой. Если у вас вторая изнаночная, можете поворачивать для удобства. А затем вязать, как ложатся петли по рисунку. Этот ряд и следующий, то есть получается восьмой ряд раппорта узора в высоту убавления макушки. Либо же первую часть раппорта в высоту нашего узора, то есть третий и четвертый ряд резинки 1 на 1. 8 рядочков убавления макушки уже провязано. Вот мы довязали, получается, раппорт полный. И пол раппорта уже следующего провязали. Теперь снова переходим на лицевую вот эту гладь 4 рядочков. Поэтому начинаем ряд снова с убавления 2 петелек. Провязываем 1 лицевой. Поэтому я изнаночную вот эту вторую поворачиваю и вяжу вместе 2 петли лицевой. А дальше все последующие петельки провяжем лицевой, то есть как у нас идет сейчас по раппорту узора лицевая гладь, так и продолжаем дальше вязать лицевую гладь. Снова 2 первые петельки вместе лицевой одной и все последующие петельки вяжем лицевой. При этом я изнаночную вяжу вот за дальнюю стеночку лицевой, а лицевую вяжу за ближнюю стеночку. То есть как у нас ложатся петли, так и буду вязать. Снова у нас здесь в начале следующей части убавление в начале. И над изнаночной лицевую петлю, над лицевой тоже вяжу лицевую петлю все последующие части. В начале убавление, затем лицевая гладь, убавление, лицевая гладь. Вот так я провяжу этот ряд. Следующий. То есть три ряда получается. Этот у нас первый. Далее следующий я провяжу второй. И следующий третий. Вот так вот три ряда буду провязывать, делая на каждой части убавление и дальше продолжать лицевую гладь. До конца раппорта у нас остается всего лишь один ряд, поэтому я довяжу еще один ряд. В начале каждой части буду убавлять по петельке, провязывая 2 петли вместе лицевой и довязывать до конца части лицевые петельки. То есть как бы закончу раппорт уже вязать. И продолжаю делать убавления. У меня получится на первой спице и на последней по 5 петелек. А на вот этих вот 4 частях промежуточных между первой и последней по 4 петельки. Продолжаем убавлять последний ряд раппорта в высоту. Последние 2 петельки ряда я также провяжу 2 вместе лицевой. У меня получится на всех, кроме первой части, по 4 петли. Теперь смотрите, начало следующего ряда у нас должен начинаться новый раппорт. Но я провязываю 2 вместе первые петли лицевой, то есть на первой части делаю первое убавление. Затем возвращаю эту петельку обратно на левую спицу. У меня получается 4 петли. И теперь вторую петельку одеваю на первую, спускаю ее со спицы. Третью петельку одеваю на первую, спускаю ее со спицы. И четвертую петельку одеваю на первую, спуская со спицы. Теперь вот эту единственную петлю, которая у нас осталась, переношу на следующую спицу. Одеваю и каждую по очереди петельку с этой второй спицы или со второй части точно так же продолжаю переодевать на эту единственную петельку, спуская со спицы. Таким образом я делаю сборку всех оставшихся петелек с каждой спицы. То есть у нас сейчас должны спуститься на эту единственную петлю 24 петли
которые есть у нас по кругу. То есть таким образом мы делаем сборочку макушки. Хотите, можете все 4 петли продевать сквозь эту единственную петлю крючком, если вам так удобно. Я буду спускать каждую по очереди петлю на вот эту единственную, вот так вот переодевая спицей со спицы. Это будет, скажем, надежнее для того, чтобы не сползла вот эта единственная оставшаяся петелька у нас и не спустила все набранные петли. Вот так вот по очереди переодеваем и постепенно одеваем эту единственную петлю на каждую из частей. Если у вас всего было там 3-4 спицы, то отлично, вам не нужно будет каждый раз ее переодевать, но чтобы удобно было видеть вам, я одела каждую из частей на разные спицы. И все, вот переодели последнюю из частей. До каждой последней петельки у нас осталась всего единственная петля, на которую мы делали сборку всех петель. Теперь берем эту петельку, переодеваем на крючок. Очень аккуратненько, чтобы не спустить все петельки. Продеваем сначала крючок, а затем вытаскиваем спицу. Вот так. И теперь нам нужно, вот так вот натягивая рабочую ниточку и постепенно оттягивая вот эту петельку на крючке, затянуть хорошо отверстие, которое у нас получилось посерединке, чтобы не было здесь дырочки никакой. Макушка у нас должна остаться красивенькая и ровненькая. После того, как затянули петельку, делаем 2 воздушные петли через вот эту рабочую петлю последнюю. Отрезаем ниточку и хорошо затягиваем петельку. Затем эту ниточку вытаскиваем на изнаночную сторону и прячем кончик уже с изнаночной стороны. У нас должна получиться вот такая аккуратненькая макушка. Вот. Отрезаем ниточку и вытаскиваем на изнаночную сторону. При этом хорошо затяните вот эту последнюю. И нам нужно спрятать вот этот кончик ниточки, который был у нас при наборе. Тоже его вытаскиваете на изнаночную сторону и прячете. Должно все получиться у вас очень аккуратненько и красивенько. После того, как спрячете кончики, нам останется только пришить аппликацию, либо же какие-то пуговички, бусинки. Если это шапочка на девочку, то, соответственно, можно будет пришить какие-то бантики, стразики, пайеточки и так далее. В общем, прячем кончики и украшаем нашу шапочку. Все, наша шапочка готова. Я надеюсь, что вам осталось все понятно, было интересно со мной вязать, поэтому, конечно же, лайкайте, комментируйте. Кто еще не подписан, подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего настроения. Пока-пока!